Задействовали все ресурсы для уборки картофеля. Так, наши механизаторы, а также их помощники работают весь световой день с перерывом на обед. Таким образом, рабочий день начинается с 7 утра и заканчивается в 7 вечера с заходом солнца. В этом хозяйстве вторая уборочная у меня. Картошку убирал в прошлом году и в этом году буду убирать. У меня тоже были бы комбайн и трактор. А команда хорошая, не подводит. Отвозка сами видите, вовремя все, не стоит комбайн. Работаем постоянно. В среднем получается убрать день около 30 тонн. В хозяйстве возделываются такие сорта, как Вектор, Ред Скарлет, Королева Анна. Некоторые сорта закупаются в элит-производящих хозяйствах. Некоторые мы сами отбираем, храним сезон и потом высаживаем. Всего картофеля у нас посажено 80 гектар. Планируем получить порядка 2000 тонн картофеля. Средняя урожайность 250 центнеров с гектара.